В Заводоуковске уже к концу лета капитально отремонтируют дорогу от Боровинки в сторону Юргинского. Новое асфальтовое покрытие будет до самой границы с соседним районом. На нескольких километрах уже выполнили устройство щебеночного слоя, начали укладывать асфальтобетон. Реконструировать необходимо порядка 7,5 километров. Это участок к областной дороге Новая Заимка, Боровинка, Зонова, Бушуева. Он был сильно разрушен. Кроме этого, работы ведут и в самой Боровинке. На данный момент по переустройству посадочных площадок и заездных карманов автобусных, то есть будут приподняты эти площадки в связи с увеличением дорожной одежды. Будут выполнены работы по устройству съездов к частным домовладениям с укладкой водопропускных труб большего диаметра. Также обустроят тротуар протяженностью 145 метров.